Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, это Skywars на Хайпикселе, да. Почему я такой, как будто у меня настроение хорошее, на самом деле оно, ну, реально нормальное такое, да. Во-первых, у меня есть три достаточно интересных темы, которые я сегодня хочу рассказать, а именно про переезд, про новый ПК и как бы почему не было роликов целый месяц, да, то есть, ну, как бы я это постоянно говорю, да, то, что, типа, у меня там две недели не было, неделю не было, полторы, месяц, 500 лет там, я не знаю, да, естественно, я больше такого делать не буду, то есть, я такие задержки делать вообще не должен. Так, а, он сам умер, что они такие, что-то игроки на Хайпикселе реально стали очень странными, очень много читеров, вот это реально, как бы, одна из самых неприятных вещей. Вторая самая неприятная вещь на Хайпикселе — это то, что здесь одни лучники. Реально, просто меня все стреляют. Просто каждый, я не знаю, третий. Да, прям я не преувеличиваю. То есть, реально, каждый третий меня стреляет, убивает и так далее. Окей, в принципе, погнали. Что хочу начать? Хочу начать с компа, да, с ПК, да. Чтобы вы понимали, у меня же раньше был, получается, какой у меня, получается, был ноутбук, да. Ноутбук у меня там AMD A6, по-моему, или A8 был. Я не помню, я, может быть, скриншот какой-то вам покажу. Я этот ноутбук с собой не брал, я же переезжал сейчас вообще в другую страну. То есть я не в город другой, не просто там из одной квартиры в другую какой-нибудь, да. А прям вот реально достаточно жесткий переезд сделал. И это реально круто, то есть реально началась новая жизнь, то есть в новой стране. Я переехал в Израиль, да, ну и короче... Я, естественно, я переехал сюда уже, наверное, недели 4 где-то назад. Ну, короче, нет, завтра месяц будет. Завтра будет месяц. Короче, месяц назад я переехал. И я, ребята, реально много куда ездил с родителями. То есть смотрел всякие крутые места там и так далее. То есть, естественно, я не просто как бы переехал там в новый дом, там в новую страну и сидел там на месте, да. Поэтому, понятное дело, я... Во-первых, первое время я просто не записывал, потому что, как бы, ну, новый ПК вообще мне, получается, подарили, да, ну, можно так сказать, да. А, я что, победил, что ли? Нифига себе, самая легкая победа в мире какая-то получилась. Характеристики этого ПК достаточно, в принципе, хорошие, ну, для меня, по крайней мере, я не знаю, типа, в принципе, для снимания, там, Майнкрафта с шейдерами иногда, там, и так далее, в принципе, в 60 FPS это вполне мне хватает. Короче, вот я показываю характеристики. Характеристики GTX 650, iCore 5, да, то есть i5, 1450 версия. Честно, я в этом плохо разбираюсь. То есть я как бы понимаю то, что более-менее какая хорошая видеокарта, например, или процессор. Так, попробуем убить этого чувака. Не обещаю, но постараюсь. Потому что FPS много, хотя бы с этим проблем сейчас не будет. То есть надо просто сейчас... учиться играть, но тут как... Я не понимаю, реально, Хайпиксель лагает. Одни читаки играют, одни лучники играют. То есть, вот это, наверное, три главных сейчас проблемы, которые начались на Хайпикселе. То есть, огромнейшая онлайн, то есть, 60 тысяч сейчас играет. То есть, это реально жопа какая-то. Ну, или не 60, не знаю, да. То есть, ну, реально жопа. То есть, у меня же еще другое время. Раньше же у меня было, получается, какое... минус 5 часов у меня, получается, было. Минус 4 часа по Москве, по идее, да? Я же правильно говорю? Ну да, по идее, так, правильно говорю. То есть, получается, минус 4 часа по Москве у меня было. Сейчас у меня, получается, плюс 1 час по Москве. Да, ну и летом в Израиле, как бы, будет плюс... плюс 0 часов, да, то есть, как в Москве будет. То есть, время еще изменилось, и онлайн, естественно, здесь, как бы, людей, как бы... большое количество играет в то время, когда там, где я жил раньше, а жил я в Новосибирске. Да вот что вот это за говно, ёпта! Реально жопа какая-то. Ну посмотрите, ну реально, опять убил читак какой-то, ну реально. Кто PvP на деньги, блин, вообще круто. Блин, реально, ребята, извиняюсь, то, что бомблю, но я, блин, реально. Ролик очень нестандартный получается, то есть я здесь буду проигрывать все на свете, то есть я, естественно, еще играть не очень научился. Этот комп у меня получается недели 3 сейчас, или сколько. То есть, ну, можно сказать, то, что мне родители его подарили, но они его не покупали. То есть, это комп у меня
Этот коп на самом деле где-то с года 13-го, но он до сих пор очень хорошо сохранился. То есть, насколько я понимаю, то что если бы такой новый ПК бы был с такими же характеристиками, то может быть FPS на 30-50 было бы больше, но извините, как бы этот FPS, он не настолько как бы и сильно мне как бы что-то даст. Потому что и так, видите, у меня по 200 FPS, по 100, по 150, вот меня опять убили, ну что за жопа, ну реально. Какие-то реально странные игроки. Ну реально. Ладно, не буду возмущаться. В любом случае хочу сказать о том. Давайте перейдем в вторую тему. То, что да, я переехал в Израиль, то есть из Новосибирска, из России, да. То есть раньше я не говорил, в каком городе я живу. Может быть, там кому-то, да, кому-то из подписчиков, кому-нибудь одному, там, двумя человек, может быть, что-нибудь рассказывал, да. И то не сразу. Ну, как бы вам именно не говорил, то есть вообще всем, да. В любом случае, да, то есть я как бы как-то хотел это раньше скрывать, сейчас, в принципе, смысла нету. В принципе, в Израиле вообще смысла нету говорить, в каком городе я живу, потому что тут город в городе, так сказать. То есть здесь, я не знаю, 500 городов просто в одном месте, да, я не знаю, на 100 километров. То есть реально здесь города очень близко друг к другу. То есть это не как в России, там 100 километров один город, 100 километров другой город, и то какой-нибудь маленький, да. Или поселок какой-нибудь, то есть там такого нету. Там, ну тут вообще, тут, то есть из одного города в другой, они даже не подписаны. Многие города даже не подписаны. То, что, типа, какой город называется. То есть ты, как по районам очень часто узнаешь, какой этот город. Да. И третья, ребят, тема, которую я хочу вам сказать. Третья тема, тоже немаловажная, она связана с тем... Меня опять убили, да чтоб тебя, ну реально, ну, блин. Ну чё, пойдёшь, давай, давай, иди. Убью тебя сейчас, собака. Да иди сюда, я тебе говорю, иди сюда. Бля, мне сейчас, ну естественно, ёб твою, блин. Я не знаю, это выглядит так, как будто бы я не знаю, какой-то псих, да, то есть, когда я вот так вот ору, да, особенно у вас еще может быть казаться то, что я ору еще громче, да, по звуку. Но на самом деле, я просто, ну, просто бомблю так. Ну, типа, я обычно реально ору там и так далее. Блин, тут кого-то валить, сейчас будет, что происходит, подождите, все, быстренько, короче, лутаемся. Насчет роликов. Насчет роликов. Окей. Вот даже пишут, это не я говорю. То есть читеры окружили биг просто хайпикселя. Короче, говорю, наконец-то уже скажу эту тему, неважно, сдохну, не сдохну. Тема такова. То, что ролики я буду записывать теперь чаще. То есть я это в каждом ролике почти говорю, то есть реально. Я на протяжении 4 месяцев записывал 3-4-2 ролика в месяц. То есть это вообще мало, это вообще максимальный просто минимум. Это просто ниже минимума, да. То есть это вообще как-то некрасиво все, да. Но, ребята, я правда хочу извиниться за такое, то, что я на ролики уходили редко. То есть я просто кайфовал это время. Вот это первое время, да. Ой-ой-ой, убил двоих. Это у нас получается чувак, который челлендж какой-то проходил, окей. Он типа отталкивался, поэтому он как будто бы телепортировался. То есть это баги хайпикселя были. Так, хорошо. Так, тебя я... А, тебя не надо было послать, хорошо. Ну, посмотрите, ну это называется честная игра. Вот что происходит, объясните мне. Просто, ну какие-то игроки очень дикие какие-то. Я на... Спаси, чувак, но ты сдохнешь. Ну, правда. Нет, не умрешь, ну ладно. Так. Хорошо, а у меня будет еще яйца. Ну ладно, пофигу. Так, что-то какая-то жопа происходит. Это опасно. Я не знаю, то есть у меня новый комп, то есть я теперь могу с шейдерами записывать. Хоть и не супер мощными, конечно, но в принципе я могу и стримить иногда. То есть стримы будут месяца через два начнутся, потому что, как бы стримы, да. Стримы я сейчас не смогу часто стримить, потому что, правда, я... У меня сейчас проблемы с интернетом есть, то есть я как бы могу играть, могу все, ну то есть с интернетом есть некоторые проблемы, поэтому пока что, ребят, к сожалению, стримить я не смогу. Думаю, месяца два, пожалуйста, еще подождите, и
я начну прям вот часто стримить. То есть раз в неделю там и чаще будут стримы. То есть буду стримить, буду кайфовать, и наконец-то подписки пойдут, и как бы новые подписчики появятся. То есть и желание снимать появится, как бы не просто как бы заставлять себя то, что надо, да. Как бы я люблю записывать видео, но все равно как бы бывает такое желание, когда вот просто ты не можешь записать. То есть вот этот ролик, который я сейчас записываю, вот у меня сейчас нету желания его выложить. То есть я не знаю, мне это какая-то болезнь, это, блин, я не знаю, хуже коронавируса, блин. То, что я просто-навсего не могу нормально брать и записывать. То есть я мучаюсь просто, я просто издеваюсь над собой, можно так сказать. То есть я перезаписываю раз 500, хотя, как бы, ролики реально, как бы, ну, могли бы даже лучше быть в какой-то степени, просто в этот момент мне казалось то, что это говно, то есть, или звук говно, вот со звуком это вообще отдельная история, то есть это там вообще, это ужас. Чувак, иди сюда, пожалуйста, да, то есть, ну, вы понимаете, да. То есть я просто хочу сейчас начать записывать 3 ролика в неделю, чтобы было все как надо, все как можно. Вот я не понимаю, вот они не отталкиваются, я отталкиваюсь. Типа, ну что, короче, ладно. В любом случае, давайте запишу, попробую доиграть последнюю кратку. В любом случае, это просто такой дополнительный ролик, то есть я здесь не пытаюсь как-то победить, там сделать крутые картки и так далее. То есть я здесь просто-навсего буду просто вам рассказывать, то есть просто вам рассказал все темы, которые были, которые накопились. В принципе, рассказывать можно еще много чего. Ну вот, ребят, как вот играть в такой хайпиксель, скажите мне. Вот в такой хайпиксель как играть? Вот просто, чтобы, ну то есть, даже если я там буду круто играть, то есть меня будут убивать читеры, я буду из-за этого бомбить. Что я в принципе делаю, но только я играть не умею. Ну правда, то есть, ну, будем без всяких как бы шуток. То есть я не буду стараться записывать игру. Правда, извиняюсь. То есть на Кубкрафте, на других серверах с удовольствием. Но здесь нет. То есть все. В любом случае, ребят, спасибо тем, кто посмотрел это видео. Мне реально приятно то, что кто-то еще смотрит меня, потому что, в принципе, вот недавно, кстати, вот вчера 2 человека отписалось от канала, то есть было 106 подписчиков, стало 104. Что за протесты против меня, блин, пошли? Это реально как-то, ну, немножко неприятно, но, в принципе, я понимаю то, что я сам виноват. Поэтому приношу еще извинения и, пожалуйста, не отписывайтесь, потому что новый ПК, то есть я все сейчас смогу часто и стримить скоро, да, и снимать видео и так далее. То есть, в принципе, да, то есть и качественные и так далее. В принципе, могу даже сейчас, кстати, шейдеры показать, например, вот эти. Так, ну давайте, вот, например, вот в этом месте, где FPS нормально. Вот видите, по 100 FPS, то есть видите, спокойно, то есть все плавненько. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в новом видео. И сразу такой небольшой спойлер. Я запишу постройки, финальную серию. Поэтому смотрите, там все будет круто, все дела. Всем пока и удачи. Пока-пока.